Всем привет, ребят! Сегодня у нас китайка и куча топовой, скажем так, и инфы, и контента, как обычно. У нас будет обзорчик акций, и также мы сегодня откроем акцию, вот эту пятилетие. На китайке откроем плюшки отсюда, я уже накопил итемы. Пока я качал героев под вот эту акцию, Хрустальный сундук, который у нас есть на нашем сервере, тоже уже появилась вот такая вот жабка, выскочила, и с нее первый раз вылезла вот такая вот вкладочка с значками почета. Первое — это можно за самоцветы, 50 самоцветов, тут, по-моему, 32 тайванских, и тут 64. Это где-то получается, что у нас... Если пак 2 5 400, грубо говоря, на 2 это 2 700, 270 рублей, вот, по-моему, где-то так вот стоит на такой вот пак. И потом следом через минут 10-15 еще один вылез, и тут уже продаются синие кристаллы по 100 000. Это, в принципе, тоже неплохо. Тут 100 самоцветов и точно так же 32 и 64 за 35 сундучков. Ну, в принципе, это ничего так. Надеюсь, у нас тоже это будет. Так. С этим мы, в принципе, разобрались. Пробежимся по рынку. Я плюшечки забрал. Нам места не хватает забрать все. Понятно. Вот такой вот у нас еще базарщик сегодня. Чем удивляет китайка, здесь каждый день вот за 600 самоцветов вы покупаете каждый день самики и получаете вот такие вот плюшки. У нас такого на нашем даже никогда не было, причем за 600 самов. Дальше у вас коробка, ордена, кулачки, карточка донатная, причем можно топового героя получить. Ну, на четвертый день, смотрите, священный огонь, две сумочки огнекрыла, 25 донатных питомцев. Ну и дальше, опять же, карты смены. Также вот такой вот базар, где можно уже собрать полностью героя за там 3-4, ну, грубо говоря, тут за 3. Получается, за полтора пака вы можете собрать вот этих героев, тут... за 5 паков. Ну, в общем, сами смотрите, какие герои дают, скины дают, коробки. Причем скинов можно по 150 забрать. Ворожай, вот, например, 3 пака у вас ворожай. Тут можно даже собрать почти 2. Ну и такая вот акция, она каждую неделю бывает. Уже 6-7 эмблему продают, то есть вот так вот сразу готовая. У нас, думаю, это тоже скоро все будет. Так, ну что, у нас вот эта акция «Хрустальный сундук», я уже, скажем так, потратил самики, поэтому сейчас я просто позабираю все, покажу вам, что будет на последней награде. Так, это мы забираем. Дальше у нас книги, 3К кулаков. Ну, неплохо, неплохо за 5000 потраченных. Одна из таких самых интересных акций. Затрату. Так, забираем. Дальше у нас укротитель. Ну, как-то так себе. За 10к дают укротителя. Так, дальше у нас дают 35, ну такое себе, за 18 не очень было, и получше. Но сумочки огнекрыла, как видите, здесь стандартно дают. Так,
забрать. Ну и вот так вот Фрея сразу же скин дают. Плюс новый талантик рвения, их уже тут три собралось, это уже будет четвертый. Вот так вот, ребят. В принципе, акция вообще офигенная. На русском сервере всегда ее показываю вам. О, ничего себе. Смотрите, какая у нас рулетка тут. Фига себе. Рулетка. Бог Рома. Да, ничего так. Вот это действительно кайф. Смотрите, кулачки двойные. Осколки. Сумки питомца, знаете, такое себе. Ну и сумки на огнекрыло вторые. А тут сетик просто пятый, ну такая себе награда. Да, неплохо, неплохо, отличная акция. Так, забираем вот это все, если оно нам влезет. Влезло. О, еще 10 у нас слизней топовых, отлично. Можно будет кому-то докачать скилл. Так, окей. Ну что, поехали. Самое интересное, сравним сейчас. Так, не понял. Не хватает места, что ли? Поехали, почистим немножко склад. Так. Кого там Фрей, я, по-моему, качал. Только не помню какую. Умпа-румпа-рурум. Давайте пока в огне крыла это все сольем. Лишнее. Или нет, кого я буду качать следующим. Так. Атланта. Да, в Атланта давайте. Мне нужен будет топовый Атлант скоро. Не скоро, а уже, в принципе. Вот так вот практически. Почти, почти. Смотрите, там чуть-чуть не хватает нам. Так. В принципе, все. Окей. Должно места нам хватить. Так, забрали мы этот. Поехали сюда. Так, дала эти забрать. И эти дала забрать. Все. Дальше это уже скины попутно пособираем. Поехали, будем пробовать открывать 200 коробочек на ките и посмотрим, что у нас сейчас будет вообще. Так, вот наши коробочки. Как видите, у меня уже мешочки с огнекрылами тоже подкопились на китайке. Так, ну что, поехали. 200 штук. Сейчас посмотрим, какой же будет все-таки здесь рандом. Там мне 20 самоцветов выпало. Так, надо самики. Посливать просит, опять места не хватает им. Так, использовать. Так, ну вроде такое все использовали, что можно. Так, окей, поехали. Эти сундуки, вот они, опять места не хватает. Да ладно, придется сейчас. У меня тут пятые сеты занимают место. Вот так вот я думаю, что у меня места не хватает. Вроде ж ничего такого не делали. Вот это два психа, считая, получил недавно с акции. Вообще просто жесть. С обычных сундучков 5 левела сразу два психа выпало. Раньше штука баксов он стоил. Так, отлично. С этим справились.
Пум-пурум-пурурум, поехали. Я надеюсь, уже места должно нам хватить, чтобы это все открыть. Уже 10 самоцветов у нас есть. 10? А, нет, 2, 2. 4 самоцвета, ребята. Идем на рекорд. И там было где-то, по-моему, около 1300. Вот один слизняк большой. 1300, по-моему, кагашек. Посмотрим, что у нас в этот раз будет. Да, походу, везде такая акция. Не только на русском сервере. Там в районе 20 тысяч, по-моему, значков почета, если не ошибаюсь. Вообще жесть полная. Да. Так, окей. Ну, поехали, посмотрим. 800. По-моему, точно так же. И тут 1200-1300. Да, вот так вот. Ничего, по сути, не поменялось. Ребята, нам даже на русском повезло. Здесь 16 самого всего выпало. Это жесть. Это просто смешно. Так, перейти. Атланта подкормим. Хоть Атланта докачал десятку. Просто жесть. Ну, что я могу сказать? Вот такая вот акция, такие вот шансы. Ну, не удивляют, не удивляют. Как видите, на этом сервере точно то же самое, что и у нас на русском. Поэтому не стоит переживать, у всех в этом плане рандомчик один и тот же. Все, пишите комменты, что вы это по этому поводу думаете. Скоро у нас 250 тысяч. Что-то, думаю, придумаем. Интересный новый титул все-таки. Все, обязательно лайк, подписка, репостик. Ссылочка на Огнекрыло в описании. Скоро будем, точнее не скоро, уже в конце недели, на выходных будем определять победителя. Все, всем удачи, всем пока.